Алкоголь должен быть легальным. Этот очевидный для чиновников вывод должен быть таковым и для продавцов, и для покупателей. В том, что продукт безопасен потребителю, важно быть уверенным. С 31 марта этого года все магазины, отпускающие спиртное, в обязательном порядке должны печатать чеки с QR-кодом. В среду представители административного департамента региона проверили исполнение обязательства в одной из самых посещаемых торговых точек города. С помощью любого мобильного телефона, смартфона, да, на котором есть определенное приложение сканер, можно отсканировать и удостовериться в том, какую продукцию вы на самом деле приобрели. Что эта продукция в системе, она в легальном обороте. И начиная от магазина и производителей, заканчивая объемом и названием этой продукции, отсветится у вас на экране вашего мобильного телефона. В этом магазине сотрудники административного департамента наугад выбрали бутылку горячительного и попросили ее пробить. Чек удачно отсканирован, полную информацию потребитель получил. Кстати, дороже алкоголь от нововведений не стал, и дальнейшие изменения, по словам специалистов, на уровень цены не повлияют. Я вот лично участвую в этом процессе, не заметил особых таких нагрузок на цену алкогольной продукции. Вот все, что, еще раз повторяюсь, приходится закупать, оно ложится именно на ту часть прибыли, которая рассчитана для ведения хозяйственной деятельности предприятия. В тех магазинах, где система ЕГАИС была налажена, печатать QR-коды начали быстро. Потребовалось всего лишь немного времени и услуги программистов. Руководители торговых точек остались довольны тем, что теперь магазин на 100% может гарантировать качество. Мы столкнулись только с одним моментом. Это процесс приемки товара удлинился по времени, поскольку нужно каждую бутылку теперь отсканировать, ввести ее в систему, проверить легальность. Но это происходит автоматически, но все равно определенное время уходит на то, чтобы проверить легальность акцизной марки. Ну, где-то на 30% увеличилась трудозатраты. Пока возможность сканировать QR-код есть только в городах. А вот с 1 июля систему должны будут наладить в сельских поселениях. Отсюда самая главная сложность – отсутствие в некоторых районах доступа к интернету. Да и связь есть далеко не везде. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.